Большая распродажа в Люберцах. На Смирновской улице заработала финская ярмарка. В течение 3 дней жители округа могут приобрести верхнюю одежду со скидкой до 70%. Подробности далее. Не короткая, не длинная. То, что сейчас нужно нашим женщинам. Вот. Шубейка уже, конечно, поиздержалась бы. Надо будет что-то поменять. Что-то поменять в своем гардеробе мечтает каждая женщина. Особенно, когда это касается верхней одежды. Новую дубленку жительница Люберец Лидия Олехина выбирает давно. Объездила уже все магазины и рынки. И, кажется, она нашла то, что искала. Не тесно, то, что надо. Как будто по мне шили. Очень довольна. Довольными отсюда уходят не только женщины. Широкий ассортимент представлен для сильного пола. Пуховики, дубленки и спортивные куртки от 48 до 74 размера. Мужские, например, дубленки, получается, они выполнены полностью из телячьей кожи с восковой обработкой. Внутри идет отпаренная романовская овчина. Также есть пуховики, снаружи идет нейлон, внутри идет наполнитель верблюжья шерсть. Что преимущество, она прострочена и, соответственно, мигрировать не будет. И выдерживает до минус 35-40 градусов. Я думаю, взять, наверное, лучше 3, чтобы сразу на несколько лет. Считаю, тут кожаные куртки так хорошие. Мне понравилось. С покупкой стоит поторопиться. Ярмарка верхней одежды работает до 18 декабря включительно, а зима уже в полной мере вступила в свои права. На следующей неделе синоптики снова обещают сильные морозы. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.